Я вас вітаю. Це актуальне інтерв'ю і розмовлятиму сьогодні з чотириразовою олімпійською чемпіонкою Яною Клочковою. Вітаю вас. Добрий день. Вас не було в Харкові 1,5 роки, так? Як ми дещо розмовляли тільки на що. Як змінився Харків і навіщо ви приїхали? Знаєте, завжди дуже люблю приїжджати в Харків, хоч в останнє час не так часто приїжджаю, як хочеться. І несмотря на те, що бабушка тут живе, тетя вот моя. Ну, всегда меня очень тут тепло встречают, и с каждым разом вот настолько вот впечатлена. Ну, вот именно прям такие вот мурашки, такие торговые центры. Вот мы зашли, там даже моя звезда в Харькове, я была так удивлена сфотографировалась. Так, я бачила, смотря, вообще сфотографировалась просто по таким впечатлениям, именно как на Голливуде. Я же, ну, вот, была вот на Голливудском бульваре, вот точь-в-точь. Ну, мне очень приятно, что меня тут любят, помнят, и вот наш этот приезд связан с тем, что вот 1-3 октября стартует спортивно-социальный проект «Золотая рыбка», который будет направлен как бы не только на спортивную вот составляющую, и также социальные будут детки, сироты соревноваться, и элементы будут такого шоу вот циркового, которое используется во всем мире. Я была в Лас-Вегасе на шоу о цирка Дю Соле, такое всемирное. И хочется, конечно, показать харьковчанам, вообще всей Украине, что у нас бывают такие праздники, потому что, знаете, сами за время коронавируса все люди отвыкли, так. Все устали. Сумуют за таким святом. Да, сумуют. И была моя мечта такая очень, ну, давно мечта, так как уже очень много лет, немножко подзабыли. И хочется так немножко напомнить. Это, ну, несмотря на то, что любят, очень тепло встречают. Вот даже вот мы вчера провели пресс-конференцию, столько вообще людей пришли поддержать. Было очень... Було багато дітей. Я бачила, що да. Було багато дітей, які пишаються вами і підходили за автографами. Да, так, і підходили, і такі цікаві питання задавали. Ви знаєте, видно, що вот ці горячі, вони пам'ятають, і вони взагалі тягнуться, хоча стільки років, вроді би, просто теж хочуть бути схожі, хочуть там сфотографуватися. Для них дійсно вот, куміри рядом з ними. Ну, когда-то, ну, у мене такої не було можливості, допустимо, і увидіти какого... Але це мотивує. Якщо поруч стає кумир, то це мотивує. Яке питання, може, було таке дуже дивне для вас? Ну, наверное, вот интересно было, как изменилась ваша жизнь, да, вот такой после этого спорта. Я говорю, ну, конечно, понятно, что когда ты идешь, стремишься, а потом выиграешь, и тебя все узнают. Но, тем не менее, я сказала, что я человеком осталась нормальным, как бы без звезды какой-то. Всегда как бы приятно и подходят, и фотографируются. Нет у меня там какой-то звездной болезни. Конечно... Щодо зіркової хвороби, яке життя вам подобалося більше? Спортивне життя чи після спортивної кар'єри? Ну, оно, звісно, дуже різне, тому що спортивна життя – це щоденні тренування, збори, як такого життя, як би спортсменів і нет. І це вот, навіть не життя, а какое-то существование, тому що, понятно, що тебе многим приходиться жертвувати і відказуватися как бы, від всього. І, ну, ти йдеш до своєї цілі. Не у многих це виходить, звісно, тому що хтось себе что-то больше позволяет, там, пойти погулять. Я, конечно, себе такого никогда не позволяла. Как бы у меня такие вот тренера были, которые действительно, ну, в какой-то степени вот умели держать в руках, и именно целенаправленно мы шли к своей цели. Конечно, было, ну, нелегко, ну, что поделаешь. Нелегко, але ж є результати. Я коли готувалася до інтерв'ю, я читаю ваші досягнення. Вони не закінчуються. 50 разів ви ставили рекорд в Україні. Один олімпійський і європейський, так? Мировий рекорд, так, да, був. Світовий рекорд. Його ще ніхто не... Ні, побили десь через 7 років приблизно. Ну, звісно, конкуренція, самі розумієте, дуже... Вообще... Вам сумно не стало? Ну, звісно, стало. Ну, мені, якщо чесно, коли вот я в Сіднеї побіждала, мені було 18 років, я не, ну, не ожидала, що я взагалі навіть мировий рекорд поб'ю. Хоча до цього у мене був по короткій воді. Ну, це ж не олімпійський стандарт, 25 метрів. В Парижі я побила, теж тоді була взагалі в шокі, удивлена. Ну, а мої, звісно, рекорди України, которые стоят. Я думаю, что я даже честно не представляю, когда кто-то сможет их вообще побить. Их 50. Поэтому, конечно, очень как бы приятно. Ну, вспоминаю, вот именно, когда приехала вот сейчас в этот раз в Харьков, было, ну, грустно, потому что нет живых моих как бы наставников, тренеров. И что вот вчера был день тренера, наконец-то, и они не дожили, да, до этого праздника. И мы вот вчера открывали на ХТЗ такую вот мемориальную доску, mm-hmm. которая посвящена. Конечно, прям, знаете, такой чуть ли не до слез. Очень тяжело, с этим городом очень много связано. И когда уже... Ну вот ты помнишь это, как вчера эти моменты, как ты тренировался, как ты там ездил через весь город, когда еще бабушки, ну, как бы, мы же только переехали, и не было, как бы, возможности. Ну, хотя у нас всегда, как бы, хорошо, харьковцы, все условия создавались, и...
Ну, прям така от ностальгія, прям ностальгія. От ви зараз організовуєте соціальний проєкт для дітей зі всієї країни. Якщо порівняти, які можливості були у вас і зараз у діток, що змінилося, як вважаєте? Ну, вы знаете, конечно, именно социально, что касается деток, то сейчас у них практически нет возможности. Мы вот с Тимофеем делали, организовывали такое вот, ну, в Киеве, допустим, там, с ближайших областей, самая дальняя Кировоградская была, и, вы понимаете, эти дети, они вообще первый раз в жизни увидели вообще, они даже, ну, вот, не знали вообще, как даже ни плыть там, ничего. Они увидели первый раз в жизни этот бассейн. Ну вот для них это, а еще когда человек, который, да, там добился многого, с ними там позанимался, поплавал, ну это невозможно, это просто мурашки по коже, эти глаза, как бы, когда им подарили эти шапочки, знаете, купальники, ну я просто думаю, что если бы хотя бы чуть-чуть больше людей думали бы о детях, да, не о каких-то там своих благах, возможно, да, вот, а, и что обидно, что, да, допустим, государство, они не привлекают никак людей, которые добились, да, как еще, каким способом можно достучаться, кто как они как бы должны этим заниматься, да, вот этих детей, потому что больше некому-то, больше, а для них, ну, это... в принципе, и держава повинна піклуватися про цих дітей, але якщо відомих людей звати до таких проєктів, то буде, напевно, результат. Ну, конечно, как бы, ну, а что мы можем сделать, допустим, если нет какой-то там, нет отклика, у нас-то есть желание, как бы, просто нас услышьте, и все, как бы, и всем, как бы, детям этим будем, давайте, как бы, действительно, подумаем, да, вот, а что они там, они не видят ни этого бассейна, у них даже нет. У нас как-то вот тоже был проект очень интересный, как раз тоже преддверие Олимпийских игр, но это тоже, понимаете, бренды, как бы, известные, которые, они, ну, как вот меценаты, все это, не государство. Вот мы выбрали там несколько домов детских, которых, типа, посмотрели, нет таких оборудований для просто занятий спортом. Какие-то там, я не знаю, именно вот там, ну, приспособления для занятий спортом. И мы... Не лише плаванием, так? Не плаванием, это как бы другое. Инчи. Просто как бы для занятия, чтобы они там какие-то вот, я не знаю, те же мячики еще. И взяли, ну, как бы, как мне, как представитель, да, я приезжала в этот детский дом, я занималась с ними, там, проводила зарядку и оставляли там это. Это для них, они там нам, это представление, боже, я реально просто, у меня просто слезы были. Ну, вот особенно, когда есть свои дети, это очень... Сложно вообще это все как бы вынести и понимаешь, что этих детей как бы они вот и для них это какое-то, да, там развитие. Кто вот о них подумает, да, вот просто. А, напевно, саме такими діями своїми ви вже формуєте їх майбутнє. Тобто вони якісь бажання не з'явиться. Да, конечно, даже вот элементарно, может, они захотят тоже вот добиться, ну вот. Поэтому... У нас також є кумири, так? В дитинстві також були кумири, на яких ми, можливо, так порівнювалися, так? Можливо... Ну, звісно, тоді, ну, у нас как бы хорошо там родители там были, которые, вот у меня родители спортсмены там, они сами занимались, хотели, чтобы эти, они нам дали, можно сказать, это все же начинается с семьи, сами понимаете, если родители спортсмены, если они не привьют любовь к спорту ребенку, то как он вообще поймет, что мы как бы, допустим, вот сейчас, да, вот мы, сын занимается, ну, не плаванием, дзюдо, и я вижу тоже, что сейчас детям, как у них, возможно, нет такой мотивации, как немножко она пропадает, понятно, там у них есть и телефоны, то, чего у нас не было, им это все вот как бы легко дается, но тем не менее он уходит на тренировку, вот даже сейчас каникулы у них, он уходит на тренировку, на 8 часов ездит, да, ему как бы не хочется, но... Как бы. Все ж таки йде до результату. Да, так розумію. Я ж уже вижу, ну, коли що... мама все ж таки така, як я думала. Нет, просто как бы варіанти. Я вижу, що йому как бы это в жизни как помогло как бы мне там добиться таких результатів. Не то, що там, конечно, я хочеться, щоб з нього тоже, ну, я вижу просто мне вот эта энергия, которая, ну, на соревнованиях, я просто с ним, ну, вот езжу сейчас часто и, ну, это так волнительно, ну, хочеться, щоб тоже сын там в этом. Ви представляєте, що відчували ваші тренери? Батьки, коли дивилися на вас, так? Це вообще, я не знаю, які нерви надо було иметь. Да, да. Ну, а все ж таки діти, які будуть брати участь, вони будуть змагатися на якийсь приз? Ну, конечно, да. Понятно, что это будут медали. Там, хотя мы хотим действительно сделать так, чтобы это было запоминающееся, в первую очередь, чтобы дети, это для них праздник был, что это осталось у них такой вот память, как какой-то вот счастливый день, знаете, такая вот эмоция в их жизни, которая вот для них это будет праздник, такой вот именно запоминающий. Уже участники все, ну, сейчас вот, ну, сейчас как раз-таки вот мы вчера презентовали, сейчас вот будем к этому времени более детально там, понятно, ну, уже занимаемся чуть-чуть, но именно кто будет спортивный вот заниматься.
заниматься именно частью, кто вот направляет именно по деткам сиротам, кто вот шоу. Сейчас вот это вот надо аккомпанировать, потому что времени не так много на самом деле. Хочется... Ну, и, возможно, вы помните майбутнього олимпийского чемпионата? Ну да, вообще, как бы, почему бы нет, и даже посмотрим, конечно, а вдруг увидим, и, так как сами видите, в плавании сейчас очень все грустно, и да не только в плавании, в других видах спорта так, тоже. Так, и зараз, до речи, починається Олімпіада, так, і от будемо дивитися, які результати будуть наших спортсменів вболівати. Я, звісно, дуже сподіваюся, знаєте, їх, мабуть, вже всі затюкали іменно, от, а скільки там медалей, хоча, як вони скажуть, да, от, там, скільки у нас буде медалей, і самі бояться говорити, взагалі, всі суверенні, як би, всі надіються, але є такі, які, як сказати, стабільні, да, психологічні, тому що Олімпіада – це такі, ну, це особливі соревнования в житті, особливо, коли от є у нас спортсмени, які молоді, которые именно надеются, но, допустим, для них соревнования Олимпиады первое. И там такая психологическая, как сама обстановка. Вот. Но сейчас еще хорошо, ну как, может быть хорошо, может быть нет, то, что вот нет трибун, там, болельщика. Потому что, когда я вот выходила, рассказывала вчера, когда ты выходишь, и ты не видишь конца этих трибун, боже, у тебя такое переживание, что... И ты с таким, напевно, есть, что на тебя люди дивляться и чекают результатов. Да, вот на второй Олимпиаде так точно было, когда все сидели как бы на трибуне, все, вот мы уже готовы вручать. Тебе, и, ну, это настолько вот на твоих плечах такой груз, который, ну, это невозможно, это такое волнение, и если справиться, конечно, наши молодые ребята, это будет очень хорошо. Вы спілкувалися с нашей сборной олимпийской? Я познакомилась с парнем, с дзюдоистом, как раз вот этим, эффект как раз у меня и малой занимается, тоже показала ему, он достаточно тоже у него есть опыт, и надеются все вот на него, мы как раз его в Киеве провожали, Яша и вот Хима, по-моему, ну, в общем, там тоже его дали ему напустя, так сказать, передали ему. І пройти, щоб потрапити на Олімпійські ігри, ж потрібно пройти велику кількість підготовки, перевірки, атестації. Це ж також дуже важко. Також ти такий. Ну, звісно, зараз же от відбратися теж на Олімпіаду, це багато спортсменів, які теж Олег Верняєв, який от за допінг якихось, ну, от, я не знаю, говорять, ну, можливо, це якась політика, можливо, як би конкурентам, у нього там японець конкурент, і, ну, все одно ж, як би, Олімпіада в якоїсь степі там присутствует, особенно в таких видах спорта, которые не объективны, скажем так, да, и от тебя как бы не все зависит, ты можешь быть там 100 раз готов, но это гимнастика, это там синхронное плавание, и поэтому это все так непредсказуемо. Ну, конечно, даже отобраться, это уже как бы большой такой вот. А когда еще ставят такие палки в колеса, так, звичайно, то вообще как бы это очень сложно. Наскільки важлива все ж таки фінансова складова в результаті країни на Олімпійських іграх? Ви знаєте, вот даже вот вчера вот мы разговаривали, когда вот открывали, что на тот момент, когда я, конечно, меня очень много поддерживали, и вот даже что касалось там вот чёрная икра, вот Тимофей был удивлен, что типа вот именно понимали, что идешь на результат, и, конечно, вот люди именно очень... харчування. Да, и вот даже тоже харчування, и вот Тимофей, именно многие люди, которые вот просили поддержки, что готовимся, и как бы в принципе не отказывали тогда на тот момент, как бы из Донецка много, вот Тимофей же оттуда, и ну вот была возможность, и все помогали, вообще не отказывали, именно знали люди, что поддержка очень важна, и ну сейчас немножко по-другому все, как сказать, меньше стало олимпийцев, и кого-то вот именно единоразово поддержат, я знаю, многих спортсменов, и как бы на самом деле это хорошо. Пловцах тоже, пловцов тоже там разные соревнования, есть меценаты, которые там создали клубы, которые вот есть такие люди, но все равно хочется, чтобы это было, знаете, как сказать, на высшем уровне. Да, самое грустное, что вот бассейны, да, допустим, все динамовские закрылись, Харьков, в Киеве, там, в Сеферополе даже мой, который... Бассейн стає все меньше. Да, а тот, который вот мы были вчера в акварении, ну вот реально, сколько ему лет, он уже просто его удержать на плаву очень сложно, вы же понимаете, это же все равно, это как здание, все это, сейчас настолько все меняется, современно, а с другой стороны, сейчас тоже такие, какие технологии, никто не строит, приезжают соревнования строят, вы их собираете и разбираете, это, ну, это как бы дешевле, в принципе, и как бы провели соревнования, в Гонконге вот я была, така. Ну, а з другої сторони, це... От... Цей басейн можна залишитися, щоб діти безкоштовно, да. Можливо, все ж таки займалися. Бо зараз піти займатися безкоштовно басейном – це неможливо. Так, да, раніше ж були школи в ШСМ, а зараз же все розформували, і как бы очень сложно, и новые бассейны не строятся, и эта программа, как плавание, ну, это же вот, каждый урок плавания в школах, она была, сейчас опять ее как бы нету. Ну, а кто, вот мы разговаривали тоже с Ириной Витальевной,
Тут, она говорит, никто не хочет идти на эту ставку 5700. Кто пойдет тренером? Откуда вообще люди возьмутся? Все уже. А та плеяда, что была, мы закончили. Это мы... Ну, це є фінансування державне, і я думаю, що все ж таки і місцева влада могла якось долучитися до цього процесу. До речі, думали піти до політики, щоб змінити ситуацію, займатися спортом? Ой, у вас досвід вже був, ви були депутатом Харківської міської ради. Ну так, ну, особо тут не вийшло щось такого іменно глобального. Знаєте, хочеться, якщо йти, то дійсно з такою цілею, що тебе услышать, що ти зробиш щось полезне обществу, розумієте? А як зараз нас сприймають людей, які йдуть в політику? Значить, Щось потрібно. Да, поэтому я действительно, хочется, знаете, чтобы люди поддерживали, у которых есть возможность, допустим, у нас же есть много там меценатов, спонсоров, которые бы, знаете, своими, они могут поддержать, да, и ты вроде бы сделал, что действительно твой вклад, да, у человека есть имя, да, вы можете поддержать. И сплоченные, вот мы вчера вот встречались со многими, именно людьми, которые, возможно, там хотят помочь, знаете, они, пускай мы нас, даже нас не будет слышно, но мы хотим быть причастны именно к спорту. Есть такие люди, они готовы. И это не может... Они прямо, знаете, вот они посидели, мы послушали, они прям глаза загорелись. Они прям, честно, меня это... Когда один человек притягивается к другому, и получается вот такое, А коли бачиш ще результат, да. Що з цього щось виходить, допомога дітям, особливо таким соціально незахищеним верствам населення. А, до речі, не було пропозиції від політиків? Особливо, знаєте, предвиборчу кампанію політики намагаються привлекти до себе відомих людей, спортсменів, там, співаків. Ви знаєте, ми не хочемо углублятися в це, а хочемо іменно своїм, щоб якісь там меценати, спонсори допомагали. Звісно, якщо городські, будемо, переговаривали ще, ще не зустрічались, хочемо, звісно, послухаємо, що можемо вместе, не знаю, что. Ну, просто поддержка, если города будет, это вообще замечательно всегда. Ну, знаете, щоб все ж таки, щоб не навредили, хочется, чтобы не только там видели какую-то, знаете, подоплеку, там какие-то, а действительно действия, которые, мы, конечно, больше именно какие-то спонсоры, меценаты, людей, которые есть возможные, которые у нас много таких, есть, или которые, мы доску открываем, которым давно дружим уже, и они Яка така найбільша ціль вашого життя на сьогоднішній день? Тобто ви вже багато чого, є результати, олімпійські результати. Ну, знаєте, звісно, після Олімпіади такі в житті, іменно спортивна кар'єра, дуже складно потім, іменно добитися в житті таких якихось висот, але, тим не менше, звісно, після спортивної такої активної житті хотілося відпочити, там, немножко прийти в себе, пожити обичною життю, І, звісно, воно так немножко затягнуло, і, вроді би, ти вже привикаєш, да, якісь. Но все равно, знаете, это имя, которое в спорте, оно должно, быть, изучать. И хочется именно, чтобы оно не то, что там а чтобы делать что-то хорошее для детей, для тех же, я не знаю, чтобы видели, тянулись, молодежь, сказать. И мне кажется, в этом миссия, я же говорю, что одна, я, сложно, когда нет поддержки государства, и ты бьешься иногда именно в закрытые двери. Хочется, чтобы тебя услышали. И руки опускаются, звичайно. Да, конечно, естественно. А как по-другому? Было много там разных проектов, знаете, но все равно это не то. Много планов, но видишь, что ты... конечно, забываю, что говорить. И это касается не только спорта, знаете, и искусства, и тех же певцов, немножко грустно, что ты, допустим, столько лет, отдал этому спорту, столько жизни, и люди, которые, и дети, они хотят, Розвитку немає, так. Да, и, хочется, в первую очередь, быть, полезным, хочется проводить такие проекты хорошие для детей, которых нет возможности, социальные, незащищенные. Поэтому, А, до речі, не думали, що може поїхати до іншої країни? Можливо, навіть були пропозиції до вас? Ні, коли займалася спортом, то да, предлагали там і в Америку поїхати, і ще куди-то. Довго вагалися? Ну, не думали ніколи, знаєте, навіть як-то не... Потому что хочется быть в своей стране и оставаться тут, и потому что любишь свою страну, тут добился результатов этих, и, конечно, никогда не думала уезжать. Якщо говорити про мотивацію, що б ви порадили дітям, напевно, молоді, які будуть дивитися наше інтерв'ю, як домогтися таких результатів, як у вас?
Ну, конечно, это надо много трудиться, надо, конечно, отказывать себе во многом. И дети, ну, это труд, в первую очередь, да, вот говорят, там, сколько, 20% талантливо, да, 80% труда. Только по-другому никак не получится, знаете, во много себе отказывать, трудиться, именно идти к своей цели. Поэтому это очень сложно, да, вот я даже смотрю на своего ребенка, как бы лень присутствует. Но я тоже когда-то такая маленькая была, я не верила, но в меня верили мои родители, тренеры, которые были со мной рядом. И, конечно, я именно шла к своей цели, тренировалась изо дня в день, ну, знала, к чему я, к какой цели я иду. И у меня как бы все получилось. И, конечно, это должны поддерживать, конечно, и родители, и те, кто рядом. Тогда все получится. Знаете, зараз дуже так модно організовувати тренінги, мастер-класи про мотивацію. Ви не думали зайнятися такою справою? Ну, знаєте, мені дуже багато как бы, предлагали, в принципі. І, звісно, да, в компаніях дуже багато. Ну, я, якщо чесно, навіть не знаю. Іменно треба цілеправильно. Я как бы, не проти, знаєте, зустрічати там, з дітьми, розмовляти. Я думаю, що вот так, якщо вот, поїздити, звісно, то ми... Это мы сделаем как бы большое дело. Дуже велику справу зробити. Поэтому, конечно, я только за, честно. И с удовольствием бы, ну, вот такие вот интересные бы вещи бы... Яна, я дуже вам дякую, що знайшли час. І знаєте, ви робите дуже велику справу і бажаю вам успіхів. І навіть якщо держава не підтримує, навколо вас дуже багато людей, які за вас. Спасибо. Спасибо большое. Це було актуальне інтерв'ю, і розмовляли ми сьогодні з чотириразовою чемпіонкою, олімпійською чемпіонкою Яною Клочковою. Побачимось.